Здравствуйте. Вторым рядом запарковались. Нельзя стоять вторым рядом. Почему? Ну, потому что вы стоите на полосе движения и мешаете другим автомобилям. Блин. Ну, найди себе другое парковочное место, не вторым рядом. В этом улице где есть парковочное место? Но это не проблемы, а других автомобилистов, которые вас объезжают. Мне никому не мешают. Ну, как никому? Вас объезжают. И что вы хотите сейчас сказать? Мы хотим, чтобы вы перепарковали свой автомобиль. Тогда любую машину будут вытаскивать, и я буду парковаться. Буду ждать. Но это не проблема других людей. Если не ваша проблема, не моя проблема. Вы не уберете автомобиль? Мы вам наклеим наклейку на лобовое стекло. Ты ничего не будешь клеить. Клеить. Билет ерунду. Сделайте улицу длинной, и мы будем нормально оставить машину. Кому надо, те находят свои парковочные места. Как кому надо? Я жду человека, да, здесь? Где я должен ждать его? Это ваша проблема. Но не надо нарушать правила дорожного движения. Я жду здесь и никому не мешаю. Не надо, как-то никому вы не мешаете, вас объезжают люди. Объезжают. А должны объезжать, они должны ехать ровно. Кому-то мешаю? Да. Не мешаю я. Если кому-то мешал бы, стоял перед мной или сказал бы... Но пока вы здесь спали, а ждали клиента, вас объезжали машины. А я знаю, кто меня обижает. Я вижу машину, все, объезжает меня кто-то. Я никому не мешаю. Если кому-то мешал бы, вышел бы, сказал бы, вы мне мешаете. Они должны выходить и говорить, вы мне мешаете? Что ты компостируешь? Сейчас мои нервы вот. А? Если вы сейчас не уберете автомобиль, мы вторую наклейку вам наклеим. Это я говорю, что ты делаешь? Повторяю вам очередной раз, хочу, чтобы вы убрали свой автомобиль. Я говорю, я жду человека здесь. Если не уберете, сейчас вторую наклейку получите. А потом что будет? Ну что, потом у вас, наверное, клиент придет, и вы поедете. Нет, это уже от вашей стороны что будет? От моей стороны что будет вам? Ничего. Откуда знаешь? Уверен. Ты своими делами занимайся. Вторую. Что-то вот там, не знаю, там что-то. А? Что ты с этой хочешь доказать, что вот ты что? Вы крутые, да? Вы стоите на полосе движения, это первый момент. Второй момент, вы стоите на встречной полосе движения. Обратите внимание, как стоит автомобиль сотрудников полиции. Дим, давай, клей. Пожалуйста, в другую сторону. А что, здесь нельзя проехать? Нет, там вы сейчас нарушаете правила дорожного движения, тем вы находитесь на тротуар. А там находятся сотрудники ДПС, которые выпишут вам штраф, и вы счастливо поедете домой. Слышишь, подожди. А что ты всех снимаешь? А он находится в общественном месте. А что ты всех снимаешь? Он находится в общественном месте, так же, как и вы. Снимай уже тех, кто заехал якобы, да, тогда уже там начинайте вот эту свою канитель клоунскую. Какую клоунскую? Если я еще не заехал, что ты мне снимаешь? Вы пытаетесь заехать и толкаете людей. Ты кто хочет. Ты имеешь право срать у себя дома в унитазе, понял? Аккуратнее. А всех подряд ты снимать не будешь. Имеет право. Полное право. Полное имеет право. Можете представить? Ты кто такой? Да, меня зовут Кирилл. Меня зовут Кирилл, я пешеход. Я пешеход. Я тебе говорю, тебе говорю тоже, камеру убери. Я хожу ногами. Тротуару, а вы ездите здесь на машине. Я понял. Что-то не складывает. По дороге не хожу? А ты что? Ну вот, да. Просто... Вы какая-то организация? Нет, я пешеход. Да потому что, тебе делать... Потому что общественное место. Вам делать есть что? По тротуару указать? Да, вот я еду по делам Кирилл. Ты не мешаешь, понял? Что он вам мешает? Что он вам мешает? Покиньте. Покиньте тротуары, не мешайте. Чем вы народ, эти парни? Чем мы злим? Вот что ты снимаешь? Он хочет и снимает. Ты меня снимаешь. Он полное право имеет снимать. Мужчина. И вам хорошего вечера. Взаимно. Снова ДПС Калининского района оперативно реагирует на наши заявки. Оперативно приезжает с эвакуатором и производит эвакуацию неправильно припаркованных транспортных средств, которые... стоят на тротуаре, мешают движению пешеходов.
Молодой человек, отойдите, пожалуйста. Здесь ставят... Женщина, ответьте обратно на проезжую часть. Это пешеходы. Я работаю в политике еще. Где работаете? Жопу. И вам туда же. Считаю до 5 и стикер у вас на лобовом стекле. Вы меня услышали? Еще 5 минут и сюда приезжает участковый Приморского района. И мы клеим вам стикер. Еще раз 5 секунд и я вам говорю, приезжает участковый. Фамилию назвать? Раз. Еще раз два, говорю. Три. Еще раз говорю, я работаю. Четыре. Еще раз говорю. Где вы работаете? Я работаю с законодательным собранием. Если 5 минут сейчас приедет полицейский. Законодательное собрание какого района? На Исаакиевской площади, придурок с микрофоном. Отлично. Отлично. Мы вам отправим это все. Ребята, клеим стикер. Приезжай сюда в течение 5 минут, пожалуйста. Они стоят на ноги 5 бандитов. Что, придурки, что ли? Вообще, что ли, идиоты? Вы понимаете, что вы на тротуар заезжаете? Вы это выкинули. Девушка, вы понимаете, вот здесь мы живем, и здесь все машины. Вот покажите туда. Здесь тротуар. По тротуару здесь запрещено. Вы должны это знать. Уберите, пожалуйста, камеру. Уберите машину с тротуара. Это не тротуар. Это тротуар. Вы это не тротуар. Вот здесь ресторан, у них паркуются. Видите, ресторан? Здесь нет парковки. Бонус. Я не знаю, что вы здесь за кипиш устроили. Снимите, пожалуйста, я вас просто очень прошу. Нет. Снимите, мне нужно ехать. Вы уже продемонстрировали свое воспитание. Снимите, пожалуйста, у меня ребенок, если что-то случится, мне нужно срочно... Вы считаете нормальным заезжать, расталкивать на тротуаре пешеходов и посылать их куда подальше? Нет, 6 человек стоит. И еще кичиться своим местом работы, местом службы. Послушайте, пожалуйста, успокойтесь. Я спокоен. Сейчас мужу просто позвоним. Я просто не понимаю, что вы меня тут поймали, если здесь десятки машин. Они приехали раньше, и если водители нам встретятся на пути, мы проведем и с ними беседу о том, что это тротуар, и ездить здесь недопустимо. Вы давить меня будете? А развернуть я могу? Пожалуйста, выезжайте кратчайшим путем. Вас вообще, по-моему, запретили, нет? А вы только заголовки новостей читаете? Да. Здравствуйте, мужчина. Вы двигаетесь по тротуару, что является нарушением. Зачем вы так поступаете? Ну, я там стоял припаркованный, и потом вы... А зачем вы парковались на тротуаре? Ну, а к вам вот зачем это надо? Мне, чтобы люди не катались по тротуару. Я приехал и спокойно нашел для своего автомобиля парковочное место. Вам надо обращаться в администрацию района, чтобы здесь ставили заградительные столбики. Нельзя сюда ставить никакие полусферы. Тротуар может быть использован для разгрузки, погрузки там, да? И для экстренных служб. Мы ждали уже не 10, не 15 минут, чтобы пообщаться с водителем и предупредить о том, что он паркуется очень плохо, создавая помехи для другого транспорта. Поэтому дарим стикер этому Мерседесу. Давай! Какая разница, где я живу? Какая разница? Вы живете в этом доме? Какая разница? А я живу, я здесь паркуюсь 7 лет. И каждый раз нарушаете? Да, снимайте здесь свою наклейку. Молодой человек, никто Сереж, снимать не снимайте будет. Быстро свою наклейку. Сереж, секунду, дай сказать. Парковаться по законодательству запрещено вот здесь, вот по центру. И автомобили ГАИ эвакуируют не вот здесь вдоль домов. Понятно вам? Вообще меня снимать. Мы находимся в общественном месте. Документы покажите. Уберите кто камеру. Кто вы такая, чтобы вам убирайте показывать камеру. Документы? Камеру не уберу. Сереж, подожди. Да я буду, камеру, я буду ходить, пока они не уберут. Перестань, не нет, уберу, перестань. Что ты здесь? Это какие-то придурки. Уберут, не уберут. Выключайте, выключайте. Сереж, перестань. Они уже тут засняли какие-то идиоты. По законодательству, еще вы раз вам объясняю. Вы не имеете какое законодательство? Вы здесь живете? Пункт 9.9 ПДД. Посмотрите, пожалуйста. Какого тогда, извините, вот вы здесь живете, молодой человек? Подождите, Сереж, подожди, успокойся. Молодой вы человек, знаете, как вот бы здесь они, вот гаишники. Извините, пожалуйста, я вас перебью, девушка, и вас мужчина. Вот этих людей я как бы я уже не первый раз а вижу. А кто это такие? Насколько я знаю, они называются стоп-хам. А теперь как еще раз, подождите, я позвоню. Как называются они? Стоп-хам СПБ. Стоп-хам, хорошо, давайте. Можете позвонить как бы в милицию. Милиция, как бы они с милицией давно уже сотрудничают. Я не в милицию звоню. Подожди, Сереж, я позвоню, я не буду фамилию называть.
Идите, снимайте свои наклейки. Не будем. То есть вы считаете, что вы такой расписной, знаете, приехали сюда? Я ничего не считаю. Идите и снимайте. Я позвоню сейчас, значит, губернатору Серову Константину Николаевичу. У меня такой вопрос. Давайте. К вам. Подожди, тихо. У меня вопрос. Вы как вы называетесь? Стопхам СПБ. Стоп-хам, и это не имеет СПБ. Никакого значения. Вы трогали мой автомобиль. Как ваша фамилия? Я вам еще раз говорю. Я не обязан как вам отвечать фамилия? На этот вопрос. Кто? Кому я обязан? Вы стоите с микрофоном. Троньте меня еще. И тогда будете в полиции. Я вам обещаю. Кто так, ваша фамилия? Так, а чего вы меня трогаете? Вы камерой направляли, значит, на мое лицо. Я не знаю, кто вы. Вы обязаны представиться раз по законодательству. По какому законодательству? По какому законодательству? Да. Вы снимаете, вы стоите с микрофоном. Статья 152 Гражданского кодекса. Послушайте, пожалуйста. Тихо. Какая? 25. Сереж, что гражданин имеет право получать информацию любым доступным ему способом. Хорошо. Хорошо, давайте, значит, тогда мне, пожалуйста, все ваши фамилии, имена и отчества. Я не удивлен, что они вместе. Как они нашли друг друга в этом мире, в большом, огромном городе. Это судьба. Это судьба. И вот мы с вами еще встретимся, это судьба. Да, а почему не сейчас? Я не давал разрешения. Не перестаньте кидаться. Я ничего не разрешаю. Ведете себя как маленький ребенок, посмотрите на себя. Идите и снимайте. Я участвовала в разных митингах, я знаю ваши вот эти кипишовки. Сейчас какие снимите, пожалуйста. Митинги? Какие снимите, кипишовки? Пожалуйста, наклейку. Никто снимать мне? Ничего вы не будет. Мне? Это обязанность водителя. Вашу фамилию. Что вам даст моя фамилия? Я хочу знать вашу. Ничего не даст. Вызывайте полицию. И через полицию вы узнаете мою фамилию. Хорошо, ваша фамилия. Через сейчас. Полицию, через хорошо. Органы правопорядка. Снимите наклейку, пожалуйста. Не буду. Вашу наклейку. Не буду. Снимайте вашу Вы наклейку. Заслужили ее своим поведением. Уважаемые зрители, 1 декабря 2018 года общественному движению «Стопхам СПБ» исполняется 7 лет. Мы будем очень рады праздничным лайкам и поздравлениям в комментариях под этим видео. Ваш любимый «Стопхам СПБ».